Ребят, всем привет! Сейчас мы находимся в зале, где непосредственно продают орхидеи. Показываю вам сначала общую картину. Посерединке такой островок и по кругу поставщики растений. Есть поставщики из Германии, есть из Эквадора. Различные субстраты, коряшки. Людей уже достаточно много. Буду стараться максимально вам все показать. Растения на блочниках. Видишь, в этом ошибке так и видно. Немцы пакуют растюхи за растюхами. Целогины. Кристата есть. Здесь у нас, ребят, Эквадор. У Эквадора очень много разных интересных растений. Стихи из Эквадора, ребят, пакуют. Просто мох, бумажка, скотч и пакет. Поляки тоже пытаются с эквадорцами на пальцах, на мигах договариваться про стоимость. Ребят, круто. Круто, люди покупают, выбирают. По 125 злотых. Цветущие корни, как я их называю.
различные бульбофилмы. Ребят, смотрите, какие растюшки. €15. Такие вот растения привозят из Эквадора. Целогины. Такие вот растюшки. Драгоценные, красные. €90. По 150 злотых, ребят. Вот эти растюшки 100 злотых. Ваниль. Их просто стригут, нарезают и по 60 злотых. Здесь непонятно, пустой кулечек. Ну, вы видите, какие по 100 злотых бульбофилом. 100 злотых это порядка 650 гривен на наши деньги. Такие вот привозят. Вот у нас бы сказали, что это труп. Я уже знаю. А здесь, видите, их продают по 60 злотых. Такие вот бульбофилумы. Дракулы, ребят, хочу показать вам 80 злотых дракулы. Taka wąskolista, jakaś, ja jej nie mam. Możliwe ją też wziąć na podział. Стеклянные вазы интересные. Мне больше всего вот это понравилось. Интересная, большущая такая. 70 злотых она стоит. И вот это. На ножке. Сюда можно высадить много чего интересного. Какую-то экспозицию сделать. Ага, высоких бокалов уже я не вижу. Есть только низкие. Ну вот, пока мы пришли, сразу рассмотрели все. Потом я пошла снимать экспозиции. Пока я поснимала, уже смотрю много чего. Уже нету. Суккуленты различные. Так, и продолжим с вами еще орхидеи. Эквадор мы с вами просмотрели. Здесь
здесь различные горшки глиняные, натуральные. Есть такие горшки, как мой ребенок делал. 5 злотых. Ручная работа. Очень интересно. Натуральная глина, а сверху они покрыты эмалью, а внутри полностью натурально. То, что нужно для орхидей. Так. Тут цветущие, ребят, цветущие по 20 злотых. 20 злотых, если мы заукруглим по 7, это 140 гривен. Цветущее растение. На выставке стоит 140 гривен. Видео мы есть, как цветущие растюхи. Кстати, бульба очень такая, ух, сильно большущая. Также есть и срезанные, которые продают для букетов. Цветущие психопсисы, либо же с цветоносами. Это растюхи от Шветтера. Бирочки. Их не, кстати, сейчас у них бирочки новые. А это непосредственно сам салон орхидей, как я поняла, они же и организаторы этой выставки. Люди смотрят, выбирают. Ребят, людей много. Мне, чтобы поснимать, приходится вот ловить такой момент, когда кто-то отошел, искать окошко, чтобы подойти и заснять для вас. 2 километра. Два. Два. Ставишь себе на Всякие разные есть растения. Вот, кстати, ребят, новая бирочка Шветтера. Вот так она сейчас выглядит. И здесь написано «Шветтер орхидея». Вот так. Это предыдущие бирочки. Помните, мы с вами заказывали несколько лет назад, лет 5, по-моему, уже, от Шветтера. Где ты есть, Марчин? Где ты купаешься? Хотела вам, ребят, показать вот эти еще черные башмачки, но их все разобрали, остался один единственный. Пустые вот уже лоточки. Ну, в общем, круто, ребят. Очень даже классно продумано, что отдельно сама выставка орхидей и отдельно продажа орхидей. Классные тут коряги. Люди ходят и носят коряги. Класс. Красота. Ну, в общем, я буду с вами прощаться. Спасибо вам огромное, что вы побывали вместе со мной на выставке. Мне, в общем, в целом все понравилось. Растюхи супер, выставка отличная. Очень хочется такую выставку у нас в Украине. Ну, все, до новых встреч. Пока-пока.